В здоровом теле здоровый дух. Люберчане принимают участие во всероссийской акции «10 тысяч шагов к жизни», которая приурочена к Всемирному дню здоровья. В Центральном парке собралось более сотни человек. Подробнее расскажет Анастасия Кладинова. Акция «10 тысяч шагов к жизни» проходит с 2015 года по всей России. Ходьба – один из доступных, безопасных и эффективных способов физической активности. Любители спорта и здорового образа жизни собрались в Центральном парке Люберец, чтобы пройти по маршруту здоровья. Внимание! Марш! Потому что спорт – это наш принцип жизни, даже это мой жизненный принцип, поэтому это норма жизни, по-другому жить нельзя. А потом уже втягиваешься, и уже это нормально. И муж говорит, какие у тебя ножки, так что во всех благах, так что все хорошо. Клуб «Активное долголетие» принимает участие в акции уже не первый год. И сейчас представляет люберецкую команду в конкурсе «Человек идущий», где нужно ежедневно преодолевать дистанцию в 25 тысяч шагов. Ежедневно мы проходим, я прохожу, и так и многие из нашей команды проходим 25 тысяч шагов утром и вечером. Вот оно составляет. Это же второе дыхание, вторая жизнь. Очень многие люди одинокие, поэтому мы все собираемся, общаемся, идем, и все это вместе мы вот можем даже победить. Мы стараемся. Это разговор о здоровье. А с учетом, что команды наши от активного долголетия, это возраст 55+, средний возраст участников 66. И каждый день они выходят на старт и своим примером мотивируют членов семьи, знакомых, да нас всех. Поэтому мы идем к здоровью. Это самое главное. Люберецкая команда клуба «Активное долголетие» вышла уже на 14 место среди сотен участников со всей России. Главная цель проведения акции – привлечь внимание максимального количества людей к здоровому образу жизни. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.